Может, проверить под луч поставить, попробовать. Может, вот это. А может, правда, провидцев под босса просто заводить, как новый вариант? Несколько стоит. А может, он когда луч... Может, когда луч в босса попадает, может, невосприимчивости происходит из-за этого луча? Там же этому провидцу буря-то сбивается тайфуном, он просто от клива сдохнет, ну там милики помогут туда-сюда. Нет, не вариант, я хуйню сморозил, да? Входит таун. Там просто надо именно, блять, определенное время таун. Ну как там вы менялись, могут... точно так же я и менялся, блять. Повешался дебаф, я так же и нажимаю таун. Но когда он пишет невосприимчивость, хуй ты уже что сделаешь? Или у тебя пинг, блять, или хуй его да знает. Нету никакого если... пинга. Если ты в каст даешь, хоть чуть-чуть задеваешь каст, блять. Это 100% ему. Вообще никак не задеваю каст. Закончился каст, повешался дебаф на кого-то. Я это вижу прекрасно по вуду. Давай я зайду на вара, может быть там не будет такой хуйни, хуй знает. Лучше на вару, там на варе у него несколько попробуем. И дразнящие удары, и таунт, то там будет у него времени несколько таунтов наш. Не, я хуй знает, не восприимчивый спишется, я не знаю, что с этим делать. Его просто вару повесил, у него там бесконечный таунт. Вот даже подожди, сейчас я открою рекаунт. Наш там не в том, что делал бесконечный таунт. Там надо, блядь, таунт дать в определенный момент. Типа. Просто вот, в определенный. Видишь, темная власть, две штуки, иммун. Два раза он сдох. Я не ебу, откуда, как это такая хуйня работает. Может, надо бэк-репортики им написать? Да ебать, я не знаю. Блять, если каст дается ему, он еще не... Бой, калинкани этот свой таунт в рейд. Темная власть, блять, я уж и вышел. Подня, просто почитать. Ну, он аналогичный. Такой же. А если ДК вообще не играл ни разу. Тот же самый, что у тебя таунт. Что у паладина... У паладина там дамаг еще идет. Дамаг добавляется. Если на боссе есть авро, по нему дамаг. Лёх, так чё, провидца-то не вариант под боссом? Он же тайфуном сбивается этот ему, каст бури. Ну, у тебя стоят хилы под боссом, которые будут получать, блядь. У тебя стоят, блядь, РДД тоже, блядь. Лишняя, блядь, гора. Гора. Тогда приста под босс. Это кого-то. Линканите еще раз два раза эти два дамага, блять, дебафа на там. Приста можно под боссом, типа приста можно. Не, просто мобы очень долго умирают, это вообще не вариант. Типа, ну, адмирал. Ау. Линкани, да, две хуйни. Да. Какие? Происходит. Я уже их линковал, я немножечко. Я убрал это, мне нужно будет релогаться. Название помнишь, Кват? И происходит полнейшая херня случайно, потому что кто-то стоит, а рядом человек, ну, допустим, стоит и не может даже забрать его. Там вроде как кидается заодно вот этот каст луча, что-то около 22, может там 24 стак. А вам нормально, что у вас дарт 70 сбил, это больше, чем все остальные вместе взяли? Кват, название помнишь? Из семи он сбил три кары. Блять. Нет, ну кару тоже надо сбивать. Там просто последний сразу хил. Я если кару буду сбивать, то у меня пинок не успеет откудашиться, потому что он кудашится 10 секунд. Замедление каста на боссе есть. Бля, хребавни каску, пожалуйста. Бафни. Не, слышно вообще? Да. Замедление каста на боссе есть. Нет, алло, просто... сколько классов у нас могут убивать? Даю привет. У нас 4 мага есть на забитие каста. Два шамана. Два хила, но хила мне до этого особо. Умирал. Я говорю, я релогаюсь пару секунд. Роги, вары.
В центре обычно там. Лёха, а прислужник. Надо подводить. Никого. А можно этого Дживса? Тут стоит уже. Все, я готов. И с той стороны ловишь, я с этой. Если что, смещусь. Анонс должен быть сразу. Все, поехал. Ёбаный. Ну, Калат, гляй. Запомни название Сакалата. Угу. Забирай. Чародейская нестабильность. Врата, портал. За босс. Помощник. С моей стороны. Минус Моса. Стан, да. Это ты не успел, да? Стал. Провицу тайфун дайте. Пас, вернул. Лата, не убедите. Какой тупанец. Любой из друидов, поднимите халата. Дибл, отходи. БРов нету вообще? У меня есть. Может, друида какого-нибудь, а там уже... Пока ты поднимешь, блядь, сейчас лайки. Вот его. Пост поднимаю, пост тауч. Эти гимны, да, там поставил. Чё, минус я, пока ты поднимаешь. Я босса затаунтил. Говорю, там таунт надо определенное время, да. То, что ты затаунтил на похер как, это не прокат. Жрец, босс, магия. Луч босса идет. Там уже вот как бы жить. Я просто отправиться не вижу АОЕ урона, кроме этой бури. Почему бы его под босса-то не завести? Там этот щит ебеничий, РДД очень долго ломают, а так бы милики хотя бы кливали его, что ли, я не знаю. Да блин, 300 тысяч снесли, снести целой пачкой миликов и РДД, это вообще-то... Да там, там не 300 тысяч, намного больше. Мы сегодня ходили, когда с ДВшниками, у меня в сумме бурста на 250 тысяч выходит, а я не смог пробить, когда мы там вчетвером или впятером. Значит, единственное, что жреца под босса не подведешь, потому что написано, он вернется. Либо он поглощает.
Нет, кот не воруется. Не ворует. Жреца вот на небольшом рейндже убивать, а провиться под боссом и нормальным будет. Чё, нет что ли? Ладно, получается, если мы на боссе, если я на боссе, то невосприимчивость таунта, если я на мобах, то умирают 4 хила за выход двух мобов. Хуёво. Хуй знает. Нельзя ловить, он пиздец дамажит сколько. Блин, да понятно, ну просто, ну, чё мы сделаем? Танка. Тут же не сделаешь так же еще 4 танка, чтобы с каждой стороны там по танку стояла и моба ловила. Я понял, но я говорю о том, то, что мне ловить его вообще нельзя, потому что он по мне херачит. Ну да, тут, ну типа, я даже не знаю, что предложить, если честно. Типа каким-то локом, там, не знаю, магом, по которому меньше урона, шипешком там, не знаю, кто там. Я заметил то, что можно еще мобам отдавать вот эти вот стаки. Что хантам это пиздец. Слушай, может реально надо мобам отдавать все-таки, а не нам собирать? Потому что там уже, там потом урон такой идет, что если хоть один килл падает, то все, это уже никаким образом не прохилить весь. Кто-то да по-любому помирает от урона. Хоть пару стаков можно, мне кажется, да. Блять, босс не нерфленный, не работает неправильно. Ебать, я не знаю, но... Что тебе работает неправильно? Да все, блять, все, от мобы неправильные, блять, босс неправильный. Ну, сука. Описание щита точно неправильно, потому что там не, явно не 300к, может там 3 миллиона? Как можно было сделать моба, который, блять, кастует в рейндже 100 метров, нахуй? Вот как? Вот я понимаю, если бы у него 30 метров была рейнджа, он с того синего витража хуярит в центре хила шотает. Это как, блядь? Я одно вам так скажу. Кривые руки, блядь, вам постоянно что-то неправильно работает. Ну, Пианис, ну смотри, смотри, извини, перебил. Пианис, смотри, с твоей стороны вышел два моба. Ты также, ну реально не успел обоим сбить каст. Минус Моса сразу, только только они... Ладно, с моей стороны два выйдут, я вот одного собью, второму не успею. Второму не надо сбивать, надо сбивать одному. Надо сбивать только Кару, потому что Кара такой шутает. Второму не надо. Да там и справиться тоже что-то, вот я не знаю, что он кастует, но он шотает. Может надо ДБМ делать, который предупреждает, на кого там, выбрали в цель. Там прикол в том, что... Мобы долго сливаются. А, провидец через детский обстрел кидает. Чё кидает? Через детский обстрел. Обстрел. А у этого провидца, по-моему, косты несбиваемые, потому что его не контролить, ничего с ним не работает. То есть его только тайфуном можно сбить. То бурю. Долорес, мне возможно показалось, да, вроде как мобы. Они на любого. Получается. И моб, и мы можем ловить, и босс может ловить, что угодно. Мне на самом деле тоже кажется, что это все связано с тем, что их надо... наносит по танкам. Он сильно бьет танка вообще, вот этот моб. Мне тоже кажется, что надо мобов туда тащить. Потому что по рейду мы так долго не выйдем. Это не, просто это физически понятно, потом просто не прохиливается. Смотри, сколько стаков-то на моба вешать, потому что он же будет дамажить сильнее. Сколько танк выдержит, допустим, 10 стаков на мобе будет, это будет сколько там урона? Плюс 100% или сколько? Там разве дамаг увеличивается? Там дамаг от луча увеличивается, по-моему, да. А, плюс 10%. То есть вы предлагаете моба на луч поставить? Да, только не 20 стаков, а то иначе он умрет, и выйдет это чудовище и зальет все этой лужей ебаной. То есть вам стаков 15 набрать, ну или 10, он будет на 10-15% бить сильнее, ну я не знаю, как вас там прошибает, но зато он будет урон раз в секунду получать там по 15к, если 15 стаков. Кстати говоря, вот это чудище, оно демон гуманоид, вы не смотрели? Там какого да, оно? Без разницы, оно хуёвое, нельзя его упускать, оно там разливает лужу, которая весь бой будет лежать, эта лужа, после смерти чудища. То есть ты убьешь чудище, и оно разольет лужу, которая будет лежать и ауешить, и не пропадет никогда. Нет, это я в курсе.
Просто, ну, блин, это же вообще как какие-то кривые боссы. Надо вообще посмотреть, какие боссы есть с подобной механикой. Может, нет, наоборот, надо их ловит, это все набирать стаки. Надо сливать стаки. Ну, как бы игроки правильно ловят, правильно, допустим, для урона, правильно, и мобы ловят. Да подожди, тут нету смысла. Вы... Я сижу, думаю, куда идти. Да мосс, понимаешь, ДДшникам... Трёх, дай перекур тогда. Делает. Идите, курите. Там 8% дамага? Это не сравнится с тем уроном, который по нам проходит. Это не в, ну, типа, явно не в 5 хилов надо хилить тогда. Стаки спадают эти? Вроде же не спадают, да? Стаки не спадают. Не спадают, их вроде как скинуть тоже нельзя никаким образом. Их даже Лёх, глыбы нельзя снять. Даже кошам нельзя. Лёх, давай сейчас сделаем побольше хилов, чтобы как бы, ну... Ну, потому что в 5 хилов одного хила забревает почти сразу, и все, типа там настолько просадка, у нас весь рейд там на 20-30% практически постоянно висит. Ну, серьезно, типа, это вообще, я вообще не представляю, как тут хилить надо весь бой, если вот мы сняли сколько там, 35 лямов в боссу, у меня уже маны нету, и почти у всех хилов маны нету практически. Уже все... И иннеры отдали, и тотемы уже 2 штука отдали. Ну, просто мы не захилим потом. 82% снесли. Давай, 82%. Будет плоховая фаза. Чекните это, Владилка. Блять, босс, на боссе нихуя сложного. Урон слишком дикий, прям идет. Он не сложный, просто нужно. Люди говорят, что нужно больше ХПС, надо больше ДПС, и надо при этом еще с костами не слакать. Из... Потому что кто-то не успевает развернуться от жреца, там сразу видно это, что резко очень много урона проходит. Нет, Кирс, а урон получает в любом случае. Нет, это я знаю. Я просто вижу, когда, например, прист, который сам себя подхиливает, он резко перестает себя подхиливать. Понятно. Ну, то есть это невооруженным глазом видно, что кто получает. Типа классы, которые сами себя прохиливают постоянно, ну, типа там видно. Лёха, прислушай. Вот что, плохая идея, допустим, мобы выходят, да? И лучи бывают, когда мобов нет? Или они с мобами только? А вначале появляется луч, потом мобы, луч ну, а остается, потом? Пока а еще потом? Мобы стоят. Потом исчезает луч, он кастует второй луч, точнее даже будет вот так, два луча идут, потом один луч заканчивается, выходит вторая пачка мобов. Ну то есть они переменно. Ну, мобы, вот, допустим, ну точнее, луч мобы, луч мобы. И, допустим, выходят мобы. Если, ну, танк видит, забирает на себя моба и ищет луч, видит луч, бежит к лучу, допустим. Если луч далеко, и, ну, ДДшники в это время тогда начинают луч перекрывать, чтобы босс не стакал. В это время танк с мобом бежит и закрывает мобом луч, ну, ближайший. И стакает стаков 10-15 там по возможности. И все, ну, типа, и в таком роде. Ну, и сливать мобов в это время. То есть мобы будут по 15к урона в секунду от луча получать, и еще плюс там дамагеры на них навалятся. А как моб настакает 15 стаков, допустим, танк раз и, ну, дамагер перекрыл луч, снова подбежал. Ну, типа, все время мобов подводить в эти лучи. И, как бы, это, ну, жреца надо по возможности делать. Провидца можно было бы вообще в мелизону утащить и там его сливать, тайфуном взбивать ему бурю, и никакого АОЕ он не будет давать. А жреца на Реджа вот так вот убивать, таская его по лучам, например. Купол плюс ШВ. Просто если... Я просто сидел, думал, хорошо, что Коника вообще про этот луч сказал, что мобы ловят стаки. Потому что если они не ловят, тут вообще хрен знает, тут должен быть не эпический ДПС у рейдер, чтобы босса убить, а то тут стаки-то не пропадают, они копятся. Я вот набрал 15, а мы боссу, блядь, даже 10% не сняли. И типа их количество дамагеров да, так вот кончается. Ты тут... Да-да. Протовар может сделать вмешательство.
потом через пару секунд чаржнутся. Да. Может мгновенно это сделать. Тут у тебя два чаржа, по идее, перемещения. Даже три. А третий какой? Перехват. То есть ты можешь три раза быстро, блять, ускориться, так? Я вообще, да. Пианист, ты тут? Нет. Есть интересная идейка. Предложение в 5 танков. То есть ты с одной стороны у витражей, я с другой стороны у витражей. Босса танчат двое и протовар где-то в центре. Потому что пока я от своего витража дойду, бегу до тебя или ты до меня, катастрофа. То есть авар в середке где-то на подхвате. То есть с моей стороны двое. Я забираю, он через вмешательство в крайнего потом добегает до меня и до моба. Также в твою сторону. Я придумал проще. Купол плюс ШВ. Мобы появляются раз в 2 минуты, ШВ 1.45. Два купола делаешь. Появляются мобы, ставишь купол. У меня предложение проще. Поставить туда на пульчика, он касса тебе сбьет и побежит моб на тебя. Каких 5 танков тут не лежит? Как он касса бьет, если у него щит висит? Щит висит только на правице. Короче, купол плюс ШВ даст то, что в хила, в которого кастует 2 каста, он не сдохнет, этот хил. И танки уже заберут на следующем касте. То есть, ну или его. Так. Это даст время. Народ, там 300 тысяч абсорбится и невосприимчивость к прерыванию. Еще говорят, что там не 300 тысяч, а 3 ляма. Хорошо, Фарада, каким способом тебе танк поможет? Где? Тут проблема в том, что если у нас будет много танков, у нас просто ДПС, а не хватит и мобов. Нет, тут дело, видишь, у нас сейчас проблема, у нас мрет народ. Вот это вот. Ну, это надо по-любому 6-го хила. Просто мов выходит, блядь, от витража так раз в центр, блядь, за 120 метров, блядь, под боссом. На нахрен, нет хила. Я же говорю, купол плюс ШВ, давайте пробовать. Попробуем. Мы эту хуйню дам, это 12 секунд танку добежать. Он может, блять, круг сделать вокруг этого босса. Все, он добежит, купол ШВ закончился, хилы живые. А купол же... сколько КД? Купол 3 минуты, да? Может не... Может, смотрите. Что идея бредовая? Ну есть тогда я хуй знаю. Идея получше, короче. Смотри, а если сделать 3 танка, сдалека же можно на пул в танка кинуть? Какому танку не обязательно босса бить, чтобы агрон обернуть? Вот именно, что он проживет и не отъедет. Радиус на пулу 20 метров. 3 не получится, потому что на боссе должно быть 2. А если просто вот смотри, на малый круг кого-то из танков поставить, который будет менять, к примеру, да, МТшку? Это тебе и один с другой ханта в разных концах. У нас хант один. У нас в 6-й пати есть какой-то хант. Фигово. В 6-й пати есть хант, ребят. Чего вы парите? Я видос глянул, пекнул. Мобы постоянно выходят в однотипном порядке. Они выходят с правой стороны и с противоположной, ровно с противоположной все. Они выходят в однотипном порядке. Я могу вам два выхода мобов даже сказать, откуда будут. Ну вот, если сейчас посмотреть, да, вот это правая и с левой стороны. Два слева по одному с каждой стороны, два справа по одному. Нет, смотри, сначала лево, потом право, потом сзади. А как же у нас по одному мобу с каждой стороны выходило? Это вторые мобы, наверное, да, вышли? Ну вот смотри, самые первые. Слева выходит провидец, справа выходит жрец. А вторых я уже как-то не смотрю, особо не до этого сейчас. Так, ладно. Короче, тогда. Короче, ладно, все, хватит. Пошли, посмотрим еще, блядь, этого робота. Робота? Да, робота посмотрим и, блядь, сыро сделаем. Хочу посмотреть робота. Там пиздец или вообще?
Лёв, дай каску. А ДВ вы пробовали этого босса, да? Да, мы на нем и были. Соляр. И до куда вы дошли? Да, блядь, стой. Хуже... Нет, там хуже было вариант. Мы там боссу там лямов 10 можем сносить. Все то же самое. Лёв, да, каску за тебя. Там, да, вообще не помню. Забейте, пошли пока бежите. Авара не убавили, ничего? Нет. Зизерон сказал, нерфов не будет, потому что он верит, что другие топовые гильдии в состоянии его осилить в таком... А кто его убил? Белая стая. Белая стая. С какой-то тактикой неизвестной. Я потом да, подумаю. Тактику сказали, что они не дадут, пока никто другой не... А тактику им хотя дал, скорее всего, Дезеро. А у них Дезерон в мейн составе сидит. Ну, конечно. Блять, такая обидная хуйня, блядь. Я не представляю, как можно делать игру, сука, где у тебя у игроков раньше 30 метров, а у моба 100 метров, ебать. Как? Чтоб поинтереснее было, чё. Нихуя себе. 7 окон ДПСить надо, все надо, блядь. Как ты, чё ты, блядь, делать будешь? Оставлять 7 человек, что ли? Вроде ничего сложного нет. Ну да. Ну, блин, сложного ничего нету, просто большой урон проходит. Надо нет, большой рейндж у мобов. Немножко... Большой рейндж у мобов, делает пусть 30, все. Знаешь, почему этот урон большой? Типа, если не диспейлить, окей, это можно прохиливать спокойно. Но какие-то моменты это можно прохиливать спокойно. Вот какие-то прям нереальные ДПС начинают вылетать, уже не знаешь как. Вот линканите дебаф, адмирал, линкани дебаф всем, блядь. Там 8000 что-то, да? Секунду, ну, да. Это дохуя. Там 8000 урона в секунду, если вы стоите не на рейнже. Там рейндж не написан вообще, там идет чисто по одному. Почему? Ну, адмирал, куда мы взяли? Подожди, против. Сейчас. Но там несколько же дебафов. Если мы сейвим метку, которая должна взлетать, там еще там один дебаф вешается. Там потом 4. Босс вешает дотки, потом трэш вешает дотки. Итого вот этих вот по 8000, и там получается, что там по 20000 урона в секунду прилетает. Я просто Кирсу кинул перо перед его взлетом. Он падал там пиздец долго. А стоять и ждать, когда он начнет приземляться, тоже не... А, сбейте еще. Сбейте. Зло. То, что не надо. Так. То, что надо. В смысле? Жена, ты коста не знаешь, перезарядку не отличаешь от этой херни. Пресница. Адмирал. А. Ну дай это баф, который там дисплей. Подожди, надо. Я пытаюсь его загрузить. Блять, а что это за боссы ебучие, где надо плюс 4 танка, блять. У меня такое ощущение, что он нам и вообще везде решил, что нам по 4 танка. Ну, блять, мне кажется, он везде решил, чтоб это прикольная фича отворачиваться от мобов, блядь. И все это начало. Кстати, да. Сейчас, блядь, от всего отворачиваться. Миш, ты по вторую фазу еще не видел, какие там спылы, я видел, там фир по 10 секунд. Так, ладно, потиху. Слышь, да, Миш? Там фир, МК, да, еще стопудово какое-нибудь на пол. По классике. Пойду корм побырну. Вот, сейчас скину, так я загрузил. Она чтобы лучение было. Я не удивлюсь, если еще по кругу надо будет бегать. На, вон, Миш.
Если бы мобы появлялись на этой платформе, блядь, и не выбирали с ебени, это был бы босс легкий. Ну, вот как бы, блядь, они на протоне. Надо Дезерону просто написать, чтобы он рейндж каста его уменьшил механик, метров на 15, там 10. Они, блядь, не за 100 метров, да, он убегает, да, уже вот кастует. Вот, всё правильно, 30 метров рейндж, нахуй. А лучше 20. Не, ну 20 это... Не, я шучу, нахуй. Чтоб он, сука, бежал вплотную, нахуй. Ёбаный мой. Как бы 20 метров, это ни хрена не вплотную. Это вполне даже рациональная дистанция, чтобы танк успел подбежать к нему и нажать. Да там танк, блядь, вокруг него оббежать успел 10 раз, нахуй. Прежде чем он хила начнет кастовать. Чё за... Что это уединилось? Что там такое? Что за хрень? Таурена всех убил. Бич отрёкшихся. Охотник, гроза. Как будто бы он ренегатом стал. Понимаю. А как это вообще к СТО относится? Ну да. На форуме уже писали, что там это... 3-2 Ачива ренегатов. Прикольно. Вы себе, у себя в спеллах можете найти новый спелл, принадлежность фракции, да. Типа здесь тоже делали? И что это дает? Это клиент один. Сервера разные, клиент один, естественно, здесь то же самое. Можешь просто функцию отключить здесь, а там включить. Вот именно, просто здесь... Дегенератов. Просто здесь, да, дегенератов не отключили, походу. Это ивент какой-то, да? С другого сервера? Это... X3 будет полностью на этой... А, там PvP-шный друг с другом, типа, можно... А, World PvP, угу. Free for all или как-то. Там уже кто-то на форуме писал, что он получил первого ренегата на сервере. Типа... Первый дегенерат на сервере. Там какого-нибудь маунта, да, еще стопудово к нему предлагает. А есть такая чила, первый протовар на сервере? Первый протовар, затанчивший РБК. 205-м это не говорили, видос есть. Вот, тебе надо походу на офф, и там это, снова на новый контент. Первый протовар на сервере зарабатывать ачивку. 60-го левела. Ничего не хочу сказать, но тут два кузнеца, которые кастят. Сейчас исправим. Дебаф надавишь. Уже не кастят. Я просто не знаю, что они, что не так с этими мобами, и кидаешь в них лягушку, они все равно продолжают кастовать. Просто никто об этом на форум не пишет. Все продолжают не понимать, что с этими мобами. Кот, я думаю, что чтобы это чего получить, достаточно на БГ за аликов и за ардупов. Интересно, на роботе будет трэш какой-то? На роботе будет дебаф, по-моему, то ли на 5, то ли на 10 игроков вешаться. И если будет также кидаться этот шарик, если шарик задевает хоть одну эту метку, взрывается весь... Весь рейд, да, взрывается? Угу. Ну, это я ту инфу читал, которую у джоков мне рассказывали. Они сюда багом заходили. Сейчас я айдишник посмотрю. И достану также все спылы. Мне нужно просто посмотреть диапазон, где. Я не знаю, соляра сложно. А видите вот эту фигню, которая к боссу летит, да? Там что-то пиздец, только хп у нее. Как это настакать? Может на второй фазе будет что-то? Из-за банти? Ой, блядь, кисли сейчас. Реально, а чё за шарики к нему летят? Да не шарики, тут хили какие-то. Знаешь, есть подозрение, сейчас... что тут будет целая куча всяких этих... бафов, дебафов. Опа!
Опа, вы без танка. Оборачиваться от бот. Я не удивлюсь, если надо будет по всей комнате бегать от него. Давай, забери. Кого забрать? Он бегает по рейду. Кто? Он уже на войне. Ну ебать. Уже нету войны. Это белый стаи за ФК Алары не выдали бонус. Ну и правильно, нехуй. А так с дизероном, с дизероном убивать, может там дизерон прописал слэш-килл и все, достаточно. До сих пор не выдали или выдадут, ну как-нибудь? Ну он писал, что выдадут. Не, он сказал, что выдадут, сказал, это будет позже. Когда второй раз убьют его. Когда убьют без команды. Когда ОКХМ закроют, тогда и вы... Пачкай, типа. Ну все, давай фармить. Не, когда убьют без слэш-килл. Точка килл. Это... Дальний мой, короче, мог... Этот... ближний ваш. Я там с рефлекцией. Быстрее! Будет стаки пропадают. Окей. Протовар спешит на помощь? По товару бы кто помог Агрона брать. Там танчите сами того. Жену НБР. Кстати, Амир не особо чувствует, что мы на косту брали. Разговариваю, вот сейчас переписывался с Щеликом с белой стаи. Говорит, больше 5% роботу не смогли снять. Блять, у него столько хп, там 5% убить. Процентов это 13 лямов. Сколько там лямов у него, блять? 232. Мне больше прикалывает, что в него со всех сторон какие-то шарики летят. ТТ есть те шарики, которые он шотает. Это натиск только в обратную сторону. Лазерное шоу. Сейчас посмотрим. Короче, рейндж все наберем. Сейчас. Смотри, гирлянды висят. Босса ровно по кругу поставит. Ну, в центре. Я думаю, он нас сам по кругу поставит. Нет, он нас по кругу пустит. Ну или так. Я на боссе. Все остальные рассредоточьтесь по кругу. Дайте мне диван на 10 часов. Я в сову? Я бы раз, дай. Да, можешь в сову, давай. Каковат, я вот туда. Короче, босса поставлю, где я стою, вот здесь. Все остальные по кругу хил. Старайтесь по максимуму жить. Сейчас представляю первый каст и минус весь рейд просто. Все, даю проверку. Подожди. Бафы там, не бафы. Каски всем раздал. Блять, я не достал. Ага. 8% фарадовская каска висит. Спасибо. Попасть. Спасибо, Фарада. Мы долго не продлится. Бафни мне каски. Первых бой секунд. Бой должен продлиться, так что вам каски эти. Давай, не ленись, давай. Сейчас буду станеться. У нас ни котов, ни медведей нет. Есть. Все, парна. Коник, каска, нафиг. Бой максимум 15 секунд. Сейчас буду станем. В смысле промо? Хорошая. На боссе матрица пустоты. О, видишь, какие-то термины получили. Защитные системы работают. Радийский знак. Урон снежный. Удар. Попробуйте диспелить. Это хуй.
хуйня взрывается. Эта хуйня распределяется, 15 метров радиус, надо эту хуйню выносить. На 15 метров надо вставать. Чародейская восприимчивость. Нихуя себе. Ко мне. Чародейская восприимчивость. Слушайте, 40 тысяч урона всем противникам в радиусе 10 метров. Надо раньше 15 писать. А также 16 тысяч урона всем противникам в радиусе 500 метров. Нихуя себе. Робот интереснее, да? А что это с ним? Какая-то подзарядка. Прилив сил, это аркан. Получаем урон увеличен на 50%. А, это он в стенку встрял, как этот? Он типа этого, я так понимаю, делает, когда стоял. Типа как в Каражане. Когда он стоит, урон увеличенный получает. Лол. Ничего себе, как они запомнили. А вы видели, там такие сферы летали вокруг рейда? Такие большие сферы. Сейчас он летает. Не-не-не, не вот эти маленькие, там такие большие сферы прям по большому кругу летают. А ты видел, где они в трех человек прицелились и пошли на пути. Вот как он, вот с моей стороны, луч шел он какого-то приста. На пути попался Фарада, блядь, и что-то устал прям быстро. Я отбежал, но... Затальпаетесь, максимально рейндж набирается, не как сейчас. Мелики то же самое. Рейндж 15 пропишите просто. Масрез, дайте. Встаньте шамана кто-нибудь. Неужели крестов нет? ПМ не прописывает рейндж 15. У меня прописывает. В смысле не прописывает? У меня прописывает. Босс не бьется, блять, вот в это время. Босс бьется, когда прилив силы, это 100%. Может, его на самом деле надо не бить первые секунды, а разбежаться на 15 метров? Все. А что, у него типа прилив сил есть? Угу. Ух, ничего себе. Ну просто на нем матрица висит, которая на 50% весь урон режет. Типа, смысл его бить, наверное. Ну, все равно надо бить. Ну вот, когда будет прилив сил, тогда и будем бить. Ага, прилив будет, и просто шотнем его. Нормально. Надо просто эти с соляры дебаф набрать, потом сюда прибежать и его шотнуть, да, там по 40 стаков каждый. Не надо их вообще сводить, короче, в коридоре вместе. Двух боссов этих. Товар тащить. Короче, их надо стравить, и пусть они пиздят вместе. Напулить друг на друга. Не-не-не, Алар-то не страшно. Вторая фаза Лара страшная. Вот их позвать, этих четверых ребятишек. Короче, все роги напуливают соляру на робота, а робота напуливают все ханты на соляру. Они встречаются в коридоре. И Лара заводим еще туда до кучи. А у меня такое ощущение складывается, что вот все, откуда вот эти шарики маленькие летят в трех направлениях, это типа три разных перефаза. Когда он кастует три разных ски. А чё, первый босс по сравнению с роботом Изи, да? Да вообще, давай ебалю. Да, тут механика просто другая. Я бы сказал, что соляра самый Изи, но там немножко другая тема. Да как Изи там? Немножко надо поработать со скиллами. Да. Название сменить, силы бездны, во-первых. Потому что, блядь, не могу отслеживать его. Вот. Значит, надо рейд танков и хилов, и тогда нормально будет. 10 танков, 10 хилов. 5 противоположных. А убьет он от... А помрет он от скуки потом, как-нибудь. В натуре, а может берсы нету на них, а таймера-то нету у них. Не, на них есть берса. Мне кажется, нету, потому что, ну зачем берса? На соляре 10 минут говорили. Да это наебалово, ну никто не проверял. Лёх, надо как на Аларе вначале, надо усилки в хп и много хилов и смотреть, что бьет там и так далее. Блин, боюсь подойти. Слышь, боюсь подойти, резай. Я давай. Я резну, кислый. Уже резну. Ты что, Трёх не особо нужен?
И, кстати, вот здесь он заряжается, короче, вот идет прилив сил. Посмотрите.